В Мурманскую областную клиническую больницу приехали врачи из Санкт-Петербурга, чтобы поделиться опытом в сфере травматологии. Гости вместе с местными специалистами провели непростую операцию. Екатерина Дементьева продолжит. Экстремальный отдых не только веселый и увлекательный, но и травмоопасный. Так, в Мурманскую областную больницу обратился за помощью пациент, который во время активного досуга повторно получил травму плеча. И теперь ему предстоит сложная операция. Будет небольшой разрез в области плечевого сустава. Значит, при помощи специальных инструментов отсекается клювовидный отросток лопатки. Обрабатывается специальным образом и фиксируется на глиноидальную впадину лопатки для того, чтобы создать препятствие для вывиха головки плечевой кости. Повторное вмешательство в плечевой сустав с использованием только мягких тканей в клинике проходит впервые. Залог успешного результата – современные методики и профессионалы своего дела. За обменом опытом в Мурманск приехали коллеги из Санкт-Петербурга. Эта операция просто объемная, связана с тем, что мы дадим суставу плечевому данного пациента последний шанс обойтись без протезирования. Вот, потому что он уже достаточно изношен, в достаточной степени страдает. И нужна операция не только по поводу вывихов повторяющихся, но и по поводу восстановления важных сухожилий для плечевого сустава, которые очень сильно влияют на его функцию. Мы попробуем это сделать одномоментно и в одном действии. Если нам это удастся, то человек избежит замены плечевого сустава. Специалисты из культурной столицы отмечают, что постоянно на связи с нашими врачами, и при необходимости каждая сторона готова прийти на помощь друг другу. Отличные хирурги, отличные возможности операционные. Я еще раз повторю, что не в качестве наставников, а в качестве обмена опытом и поддержки друг друга. Поэтому мы проводим эту операцию и общаемся всегда с удовольствием с коллективом мурманских докторов. Медицинское вмешательство не защищает от ударов и травм, поэтому пациенту после длительного восстановления придется более тщательно следить за своим здоровьем и беречь себя. Иначе в следующий раз будет не обойтись без эндопротезирования суставов, подчеркивают специалисты.